Участники приза закрытия скакового сезона в боксах. Дан старт 11-й скачки. Скачку повел грозовой перевал. Грозовой перевал, Black Lord. Дэйн Лан, Апокалипсис. 800 метров пройдено. 300 метров пройдено за 21,2 секунды. Впереди грозовой перевал. Тут же Апокалипсис, Black Lord. Одаренный выходит на третье место. Впереди по-прежнему грозовой перевал. Грозовой перевал, одаренный, Апокалипсис, Дэйн Лан. 500 метров пройдено за 36 секунд. Участники скачки входят в левый поворот. Дэйн Лан вышел на третье место. Голова в голову идут одаренный и грозовой перевал. Дэйн Лан на третьем месте. На четвертом Black Lord. Участники скачки входят в поворот на финишную прямую. 500 метров пройдено за 33,5 секунды. Выход на финишную прямую. На финишную прямую в борьбе выходят Дейлан и Одаренный. Дейлан, Одаренный в борьбе. Дейлан, Одаренный. Дейлан, одаренный в борьбе за третье место. Апокалипсис, одаренный, одолел соперника и выигрывает скачку. Дейлан финиширует вторым и Апокалипсис третьим.